Когда мы уезжали из Донецка, то все думали, что вернемся через пару месяцев. Но уже 3 года мы играем не дома. Это очень тяжело. Без родных стен, далеко от наших болельщиков, все время на выезде. Но мы продолжаем упорно трудиться, и в каждом матче нам нужна только победа. Ради тех, кто нас любит и кто нас ждет. Чемпионы! Донбасс, Донецк! Частичка нашего дома всегда будет с нами. Мы верим, и мы знаем, мы вернемся домой.